Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. У меня первая готовая работа в этом году. Это детский свитер с элементами жаккарда. Вот такие сердечки. Вязала я из пряжи пух норки. Синяя этикетка. 50 граммах 350 метров, в составе 80% пух норки, 20% полиамин. Заказывала я эту пряжу в Wildberries. Здесь вот еще есть цвет. Сейчас я посмотрю на этикетке. Вот цвет М35. Для вот этих вот вывязываний сердечков я добавляла вот такую пряжу с пайетками. Заказывала я ее тоже в магазине Wildberries. Это на полиамидном шнурочке пайетки. Пайетки мелкие, не колючие. Значит, пряжа это очень скользкая. Вот именно этот полиамидный шнурочек. Ее нужно обязательно сочетать с какой-то другой пряжей, потому что шнурок очень скользкий. Вязала спицами 3,5, которые заказывала на Алиэкспресс. Возраст 7-8, рост 128, получается 122-128, вот так, если примерно, да, по росту. Значит, в длину 42,5 сантиметра. В полуобхвате у нас получается 32 сантиметра. Длина рукава 42,5 сантиметра. Регланные линии по передней части составляют 10 сантиметров. И здесь азиатский росток 3 сантиметра. Очень простой свитерочек, просила моя дочь, пушистенький свитер для себя. И первое, что я как раз начала вязать 30 декабря, этот ее свитер. Он постиранный один раз, пока еще не распушился так, как должен. Он будет еще более пушистый. Выбрала она себе, мы сначала с ней хотели другого цвета, у нас есть темно-розовый цвет, но поменялась немножко, захотела дочка светлый розовый, ну, я не против, захотелось очень хорошо. И у меня оставалась вот эта вот пряжа с пайетками, я сначала хотела включить ее как бы по передней части, но нет. Я попробовала, мне не понравилось. Это тем более будет отличаться от спинки. Поэтому решили внести такой декоративный элемент в виде сердечка. Ну, а сейчас я расскажу, как я вязала данный свитер. Минусом этой пряжи будет являться то, что пряжа не держит резинку вообще. То есть ни сверху, ни снизу. Здесь, если нужно, чтобы резинка была фиксированная, значит, нужно вдевать спандекс. Мы померили пока на данный момент, если только вниз буду спандекс вдевать. Пока все как бы здесь лежит нормально и на рукаве, и по горловинке. Значит, на спице я набрала 82 петли и распределяла после того, как я вывязала резинку. Резинку я вяжу чаще всего вот такую рельефную резинку. У меня есть на канале, как эту резинку я вяжу. Мне она нравится. Я ее очень часто использую в своих изделиях. После вывязывания резинки, это у меня, наверное, сантиметра 3. Посмотрим. 3 сантиметра. Распределение на реглан сделала следующим образом. По 2 петли на регланной линии.
на рукава по 8 петель, вперед и спинка одинаковые по 29 петель. И вывязывала 10 сантиметров регланных линий. Далее, когда отделяла рукава от тела, значит, на подрезы я набирала по 12 петель. И далее вязала вниз. Сначала я хотела одно сердце здесь, но Алисе понравилось вот такой вот узор. Я нашла. Я вот так переворачивала схему. Здесь просто уже себе считала и вязала вот так. То есть они могут быть и вот таким образом, и вот таким образом. Схему в сообществе я оставлю, кому будет интересно. И просто привязала нитку вот эту вот с пайетками к нитке пухнорки. Вязала я с добавочной ниточкой. Я всегда вяжу с добавочной ниткой, чтобы было полотно более фиксировано. Но мне так, на мой взгляд, кажется. И я читала, что нитка не дает какого-то перекоса полотна. Просто добавила нитку с пайетками и уже вывязывала. Это жаккард. Я разбиралась сегодня просто, что такое жаккард и интарсия. Поняла теперь, это жаккард. Потому что с обратной стороны у меня есть протяжки. Все, когда я вывязала данные сердечки, дальше я перешла просто на лицевую гладь и закончила резиночкой. Здесь уже, да, кому как нравится. Сколько здесь у меня? 3,5 сантиметра внизу. Ну, лучше, конечно, вдеть спандекс, потому что пряжа, конечно, мы вчера уже пофорсили в этом свитере. Вчера он высох, я его сразу постирала. И я его хочу постирать сейчас еще один раз, чтобы он свой пух выпустил. Попушистее был. Дочку спросила, колется или нет. Сказала, что нет, не колется. Он меня просто щекотит. Так, когда связала тело, набрала рукава. Значит, по азиатскому ростку, азиатский росток 3 сантиметра, по азиатскому ростку и подрезам я набрала 23 петли. И 10 петелек я закрыла. А дальше я вязала без убавлений прямо до резинки. Перед резинкой я вязала 3 петли, 2 вместе. 3 петли, 2 вместе. У меня здесь получилось 42 петли. Вот здесь после убавления 52, ну, значит, было изначально 62. И связала также резинкой 1 на 1 оба рукава. Примеряли мы по свитеру, я примеряла по свитеру, который уже мы носим с бантиками. Вот рукава примеряла, в принципе, все хорошо. На этот свитерок ушло всего 1,5 мотка пряжи. То есть даже нету 100 граммов в этом свитере. Получается где-то... Ну, граммов 80 весит этот свитер. Он, конечно, очень пушистый, невесомый, тоненький. Но уже даже после первой стирки петельки уже расправились. Они стали более плотными, потому что когда вяжешь, все-таки такое рыхловатое вязание, ниточка тонкая. Но уже после первой стирки петельки разбухли. Я хочу постирать еще один раз, чтобы был попушистее свитер, потому что дочка хочет пушистый именно свитер. Спинка обычная, лицевая гладь. В общем, простой, простой абсолютно свитерок, просто вот с таким элементом декора. И приятно и красиво. Радуйте своих маленьких модниц. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.